Всем привет! В этом видео будет очень интересная информация. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Я вам даю гарантию, что после просмотра этого видео вы никогда уже не будете прежним. Но в этот раз я хочу пройтись четко по сценарию, чтобы вообще ничего не упустить и передать вам все так, как я написал. Итак, смотрите, с чего начну? Хочу начать с того, что вот вы задаете мне вопросы, зачем ты это все афишируешь? Зачем ты на YouTube? Если ты можешь так просто зарабатывать бабки, ты можешь вот инвестировать, почему бы мне не колотить деньги втихую, и все будет отлично? Народ, объясняю. Аудитория? Аудитория – это все. Вот вы замечаете, почему сейчас известные люди, бизнесмены, не то чтобы известные, а бизнесмены, богатые люди лезут на YouTube, потому что они это понимают. Аудитория – это все. Не имей 100 рублей, а имей 100 подписчиков. Я бы так сказал. Вот так сейчас звучит эта цитата. Вот чем больше у меня узнаваемость, тем больше будет открыто для меня горизонтов. Тем больше у меня будет новых знакомств. И чем больше у меня сфер, тем безопаснее будет мой бизнес. Я вот хочу, чтобы вы к этому отнеслись с пониманием, чтобы вы к этому относились хорошо. Я не хочу просто сидеть на одном месте, колотить бабки в свое удовольствие и, то есть, ничего не привносить в этот мир. У меня немного другие планы. Вот, когда я развиваюсь, когда я расту, открываются новые вершины, открываются новые горизонты. И мне реально хочется делать что-то стоящее, хочется делать что-то такое, что изменит этот мир. Пока у меня нету, конечно же, таких возможностей, но чем у меня будет больше узнаваемости, чем у меня больше будет возможностей, тем больше я смогу вот повлиять и что-то изменить, и реально мне это интересно. Мне это хочется делать. Вот знаете, некоторые подписчики просто смотрят со своей стороны, они смотрят со своей ситуации, и они никогда не узнают мою ситуацию. Каково быть вот в моей шкуре, можно так сказать. И какие у меня уже взгляды на жизнь. И вот когда люди потихоньку начинают достигать этого уровня, они начинают меня понимать. И вот я хочу, чтобы вы к этому относились хорошо. Я вас этому учу. Я хочу вас научить, что деньги – это хорошо. Народ, нам всю жизнь твердили, что деньги – это плохо, деньги – это зло. Кто считает, что деньги – это зло, а зло – это плохо, от зла нужно избавляться. Отдайте мне эти деньги. Если вы будете считать, что деньги – это зло, у вас не будет этих денег. Думайте, что деньги это хорошо, деньги это реально хорошо, деньги это круто. Чем больше вы будете испытывать позитивных эмоций, позитивных ощущений к деньгам, тем больше денег у вас будет. Теперь давайте по теме. Почему одни люди богатые, а другие люди бедные? Вот что отличает этих людей? Бедные люди инвестируют в кого-то, богатые люди инвестируют в себя. Возьмем, например, Конора Макгрегора. Он очень много пахал в зале и добился успеха. Он вкладывал в себя, и теперь его ценят. Известные футболисты, баскетболисты, которые зарабатывают, Леброн Джеймс зарабатывает 80 миллионов долларов в год. Он работал над собой, он пахал над своей репутацией, и теперь он высоко ценится, и теперь он высоко оплачиваемый спортсмен, потому что он инвестировал в себя. Вот это вот главное отличие. Я не говорю, что все должны быть богатыми, что никто не должен работать на заводе, все должны бросать свою работу, знаете, каждому свое. Вот мой канал как раз для тех людей, кто ищет вот это вот что-то новое, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет изменить свою судьбу. Я не говорю вот, что обычная работа это плохо и что я плохо отношусь к таким людям. Нет, поймите, каждому свое. И вот мой канал именно для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Поймите, не всем подходит такая жизнь. Это очень тяжелая жизнь. Вот вы думаете, что у богатых людей так все просто. Богатые люди живут намного меньше, чем обычные люди. У обычных людей что? Пошел на работу, ни о чем не думаешь. Пришел с работы, включил телек, все шикарно. Тебя ничего не беспокоит, тебя ничего не волнует. Вы знаете, сколько у богатых людей страхов? Сколько у богатых людей проблем? Они всего боятся, они ходят с охраной. Они боятся за свои деньги. Они переживают, куда там пойдет цена акций, они переживают, что там с их компанией, понимаете? У них столько забот, ну и у них много денег. То есть каждый выбирает сам свою судьбу. Может, кому-то такая судьба не подходит, вот кого-то устраивает стабильность на заводе, и там все отлично, человек ни за что не переживает, человек стрессоустойчив. А вот если вы хотите выбрать другой путь, такой как у меня, мой канал именно для вас. Знаете, с самого детства нас учили, что нужно упорно учиться, нужно тяжело работать. Вот тяжело, упорно. И что в итоге мы сделали со своей жизнью?
мы ее усложнили сами себе. Если работа делает нас несчастными, какой тогда в ней смысл? Нас не учили, что нужно работать с любовью, нужно работать с удовольствием. Если вы будете все делать слепо, через силу, вы будете как рабочий скот, понимаете? Много работать не означает много зарабатывать. Вот если вы работаете 10 часов в сутки и зарабатываете 2000 долларов в месяц, а Билл Гейтс зарабатывает 4 миллиона долларов в месяц, это же не значит, что он работает 20 тысяч часов в сутки. Нет, он делает что-то другое. Он делает правильные вещи. Чтобы много зарабатывать, нужно много работать. А чтобы разбогатеть, нужно придумать что-то другое. Нужно придумать что-то свое. На работе работают, а становятся богатыми в свободное от работы время. И вы мне скажете, ну не могут же все быть богатыми. Правильно, не могут. Только 1% может. Вот мой канал как раз для того 1%, кто может и хочет изменить свою судьбу. Так что подумайте над этим. Какой путь выбираете вы? Какой путь вам ближе? Безопасность? Работать на обычной работе и ни за что не переживать, по вечерам ходить с друзьями в бар, и все у вас будет отлично. Или же такой путь, как у меня. Но если вы выбираете такой путь, как у меня, будьте готовы сделать что-то свое. Будьте готовы к давлению, будьте готовы к тому, что у вас не будет никакой поддержки. Будьте готовы к тому, что против вас будут все. Но вы должны быть преданным своей мечте, быть преданным своим целям. И тогда вы добьетесь успеха. Огромное спасибо всем за просмотр. Подпишитесь обязательно на канал, для вас это ничего не стоит. А для меня это огромная мотивация выпускать для вас новые видео. Также подпишитесь на мой инстаграм и поставьте лайки этому видео. Обязательно поставьте лайки. Давайте соберем 1000 лайков, если вам нравится вот такая вот информация. Огромное всем спасибо за поддержку. Всем пока.